Здравствуйте, я с вами ПМ Лазер. Сегодня льем в тулочке против скольжения для крепления каких-то мониторов непонятных. Две левых и две правых в одной отливке. Вот, ждем, пока деталька выпадет. Ловим. Опачки. Не долилась. Сейчас увеличим немножечко время впрыска. Надеюсь, следующее получится лучше. Надо подобрать режим. И форма еще немножко не нагрелась. Так, еще сейчас увеличу. Поставим 35. Так, пошло. Ждем детальку. Цикл у нас 25 секунд примерно. Ждем. Пошло. Опа. Лучше, но еще рановато. Значит, увеличим еще впрыск до 40. 40. Ждем. Бах. И вот она деталька. Хорошая, ровненькая, новенькая. Блин, и очень горячая. А, вот здесь все-таки еще плохо. Но это прогреется. Форма прогреется, и тогда будет хорошо. Пока там пластик скомкался и не очень проливается. Но через какое-то время получится хорошо. Спасибо. До свидания.